И всем привет. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Димон. И сегодня мы будем играть с моим другом Кирюхой. Кирюхой. Ой. Короче, вот, я напишу, как кто-то здоровается. Я вообще внимание за что распишу. Я не особо писать умею. По крайней мере, забыл ее, потому что уже как 7 месяцев сижу дома. Так, кстати, я давно не снимал видосы. По Brawl Stars. Пишите мне, снимать мне вообще по Brawl Stars видосы? Капец, он долго пишет. Сейчас покажу вам всех моих бойцов, которые я накопил, пока не снимал. У меня 16 бойцов. 6 в 20-м. В общем, сами смотрите. Так, то. Всем привет, я Кирилл, подписывайтесь на мой канал, я не ставлю динамик. Также подписывайтесь, пишите комментарии. Его! Всем привет, я Кирилл, подписывайтесь на мой канал, я не ставлю динамик, и также подписывайтесь и пишите комментарии. Короче, ставьте лукасы, он говорит... Типа, мне и ему. Да, кстати, его канал называется Юнитс. Он снимает видео по Майнкрафту. У него 20 подписчиков. Вот. Най. Time for trouble. Ну вот. У него будет... А, вот такая Майнкрафт, типа, такой челик. С кепочкой такой. Посмотрите его каналчик. Реально, он очень крутой. Он снимает видео по Майнкрафту на компьютере. Мы, может быть, с ним запишем как-нибудь совместное видео по Майнкрафту. Только он будет на планшете, а я на телефоне. Опа! Нет, расставал за чеки! Он же не наблюдает. Давай, Спайпер, чё ты? Иди сюда, иди. Что за сова, Спайпер? Испугалась. Я его не вижу. Нафиг ты взял кольца, интересно. Я не пойму, зачем он взял кольца, он что, катает его. Мне кажется, он катает кольца на 20-й ран. Вот. Ой-ой-ой-ой. Мне кажется, его сейчас тупо зажмут. Ты чё, футбол? Кстати, я снимал только, когда у меня были 2000 кубков. 2000 кубков, и смотрите, я как поднялся. Я снимал, когда у меня только был Динамат, и я поднялся уже, смотрите, до кубка. Не, я ничего не говорю, я поднимался очень просто долго. Вы не представляете, ну, я когда снимал видео не про Бравл, ну, в общем, это... Я не играл в Браво, я забросил свой аккаунт. Тем временем меня обогнал мой друг, как его, Рома. Меня обогнал мой друг, у него сейчас, он мне скоро обгонит на 2000 кубков. Мне скоро будет 8 или 8 будет. Не знаю, как это. О!
Банки, бежим. Так. Мамушкин вон! Офигеть! Зашибись, блин! Бел. Напишите как в комментариях, как правильно бел или бел. Бе. Смотрите-ка, он сыт в кусты, думает, я его закрою. Иди сюда. Вольфара! Вот. О, щет! Он вообще его замочил в тот момент, когда я чуть не умер. Я умер, и он сразу его замочил. Так. Так, вольт. Блин, знаете что? Я хочу себе Бравл Пас. Но не буду наглеть, потому что у меня нет денег. Ребята, как вы думаете, мне в Fortnite донатить? Или же? Стендов или Бравл? Пишите свои. Пишите свои догадки в комментариях, куда мне донатить. Стендов, Бравл или Фортнайт. Кстати, нужно. О, мне интернет отличный, смысл не лагает. Офигеть вообще, у меня здесь интернет отличный. Ой, лаги. Впереди уже. Ребят, напишите в комментариях, кто ненавидит просто лаги. Я их просто ненавижу. Вот прям, когда вот самый неподходящий момент, они прям начинаются. Ой, ладно. Я не люблю очень лаги вообще. Просто не люблю. Ненавижу, можно сказать. Пишет так долго. Короче, ребята, встретим. Ну, я сейчас отключу пока запись. Встретимся через несколько секунд. И, ребята. Ron and Beauty. Watch out. Here I come.
Короче, он пишет, я покупаю Бравл Пасс, я пишу, что Рилли, он пишет, на следующий куплю Рилли. Я ему пишу, я остановил запись. Он пишет, не, потом куплю запись. Включаю. Пусть потом, когда видит новую. Ай, он второй Бравл Пасс. Я не знаю, как у нее, ну, ему не хватило Бравл Пасс следующего сезона. Он прошел его, и получил еще Гейла и другой скин Гейла. О, Бравл. Этот мой Бравл Пасс. Хороший мой, это явно не проведет. Ребята, и на этом мы с вами будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Time for trouble. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также на канал моего друга. Time for trouble. Too pretty for pain. Too pretty for pain. И в общем, всем удачи. Всем пока.